Donetsk vilayətinin Liman şəhərindən qaçan qondarma Luqansk Respublikasından olan işğalçı Rus ordusunun əsgərləri komandirləri tərəfindən cəzalanacaqları ilə hədələnir. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Fərari olduqları ilə razılaşmayan, 2 gün yeməksiz və susuz qaldıqlarını bildirən qondarma qrupunun əsgərləri mühasirədə köməksiz vəziyyətdə qaldıqlarını xatırladıb. İşğalçı ordunun əsgərləri bundan sonra döyüşə getməyəcəklərini də deyib. Ребята, не против идти. Дайте дома побыть. 5 дней просят. Вспомни долго. Вы же понимаете, что продержитесь, мы говорим? Ночь. Да, возможно, вариант. Продержитесь 2 дня. Продержались. Продержитесь еще. Спасибо. И так это продолжалось. И не все. И вот я не ушли. Это самый лучший ряд. И пацаны, что вы остались здесь. Как так? Это благо, это благо, что россияне там не скоты, а подошли там тихонечко. Мы сказали, там не надо. Вот восходим. Россияне. Сами подошли, нашим говорят, у нас команда отступать, и нам сказали вам не говорить, что мы отступаем. Ну да. Чтоб мы ночью чухнули, чтобы вы не знали. Кто-то должен. Ну дороги эти закрывали еще раз.